очень жалко, если бы ты бросила. Да, да, у меня мало времени. Что это я могу для тебя сделать? Что бы это значило? Возвращение Довокина? И кто из нас мог бы оказаться достойным? Тебе нужно получше стараться. Опять идешь на 7000 шагов, Клима? Не сегодня. Не готов я пока лезть на высокий Хротгар. Дорога небезопасна. А разве седобородые не ждут тебя с припасом? Честно, я не уверен. Меня еще ни разу не пустили в монастырь. Может, когда-нибудь? Идешь на высокий Хротгар? Я собирался сам доставить туда припасы. Я много раз бывал в монастыре, но даже не видал ни одного седобородого. И не стремлюсь. Они мастера Туума и могут убить тебя одним единственным словом. Правда, они вроде миролюбивые. Но я не хотел бы давать им повод. В основном это еда. Сушеная рыба, солонина. Ну знаешь, то, что долго не портится. Седобородые-то сами особо никуда не ходят. Ну ты понимаешь. Но у нас с ними вроде как уговор. Я хочу сказать, как-то неправильно требовать с них денег за такую малость. Только вот беда. Ноги у меня уже не те, что в молодости. 7000 ступенек мне тяжело даются. Правда? Это было бы очень благородно. Вот тебе мешок припасов. Поднимешься по ступеням и увидишь сундук для подношений. Кинь мешок туда, и все готово. Ну, попадаются стаи волков. Иногда одиночки, а больше ничего страшного. Ты-то с ними быстро справишься. Ну, еще советую под ноги смотреть. По такой погоде поскользнуться расплюнуть. Будь там поосторожнее. Берегись волков, если отправишься на высокий Хротгар. Да, воистину странно, когда монахи такое делают. Интересно, что это значит? Мне нравится тут наверху. Идти по ступеням, рассматривать символы, размышлять. Да и поохотиться заодно не повредит. Они не принимают посетителей, но я никогда не поднимаюсь так высоко. Некоторые паломники туда ходят, оставляют им еду и все необходимое, но не ведут беседы. Угу.
Берегись волков, если отправишься на высокий Хродгар. Что тебе нужно, малявка-эльф? Я была у Айверстеда, когда это случилось. Удивительный момент. Ничего подобного уже много веков не было. Просто паломница. И хватит этого, если ты не против. Иду по ступеням, созерцаю символы, размышляю. Я каждые несколько лет это делаю. До встречи.
Итак, на переломе эпох в мире появляется Давакин. Сперва давай проверим, что ты действительно Давакин. Дай нам оценить твой голос. Фуф! Давакин, это ты. Добро пожаловать на высокий Хротгар. Я мастер Арнгейр. Я говорю от имени Седобородых. Теперь скажи мне, Давакин, почему ты здесь? Мы рады приветствовать тебя на высоком Хротгаре, Давакин. Мы приложим все силы, чтобы научить тебя использовать свой дар и выполнить то, что назначено тебе судьбой. Твоя судьба со временем откроется тебе. Мы можем показать тебе путь, но не конечную цель. Ты воистину Давакин. У тебя есть врожденный дар. Но хватит ли тебе воли и характера, чтобы пройти по пути, который перед тобой открывается? Это еще предстоит увидеть. Даже без подготовки ты уже обращаешь свой голос в тум, то есть крик. А теперь посмотрим, как ты любишь и умеешь учиться. Когда ты используешь крик, ты говоришь на языке драконов. Кровь дракона дает тебе врожденную способность изучать слова силы. Все крики состоят из трех слов силы. Каждый раз, когда ты овладеваешь словом, твой крик становится сильнее. Мастер Эйнард научит тебя «ро», второму слову в безжалостной силе. «Ро» означает «равновесие» на языке драконов. Соедини его со словом «фус» — силой, чтобы еще больше отточить свой «ту-ро». Так мы изучали крики. Ты же, Давакин, можешь напрямую поглощать силу и знания сраженных драконов. При посвящении мастер Эйнард позволит тебе почерпнуть его знания Ро. Своей безжалостной силой, когда они приблизятся. Лоса! Отлично. Еще раз. Лоса! Ты быстро учишься. Еще раз. Лоса!
Брюс, Роу! Впечатляюще. Твой ум идеален. У тебя явный талант, Давакин. Следующее испытание мы проведем во дворе. Ступай за мастером Борри. Тебя слову культ, что означает вихрь. Культ! Сперва нужно услышать, как звучит слово внутри тебя, и лишь потом вложить его в тебя. Обратись к мастеру Бори. Он научит тебя слову культ. Мастер Вульфгар покажет тебе стремительный рывок. Потом будет твоя очередь. Мастер Бори, Экс. Теперь твой черед. Вставай рядом со мной. Мастер Бори откроет ворота. Сделай стремительный рывок, чтобы успеть пройти через них, пока они не закрылись. Такое быстрое овладение Туум просто поражает. Я слышал легенды о способностях дракона рожденных, но увидеть самому... Боги не просто так дали тебе этот дар. Тебе решать, как лучше его применить. Теперь тебе предстоит последнее испытание. Да будь рок Юргена-призывателя ветра, нашего основателя, из его гробницы в древнем Устенгреве. Не сходи с пути голоса. И ты возвратишься. Он был великим военачальником древних нордов, мастером голоса или языком. После катастрофы на Красной горе, когда была уничтожена армия нордов, он много лет пытался вникнуть в глубинный смысл этого ужасного поражения. Он осознал, что боги покарали нордов за гордыню и недолжное использование голоса. Он первым понял, что голос следует использовать только для молитвы и прославления богов, а не для прославления людей. Юрген, призыватель ветра, мастер голоса, сумел преодолеть все препоны. И так родился путь голоса. Голос даровала нам богиня Кинарет на заре времен, а
Она дала смертным возможность говорить, как говорят драконы. Хотя этот дар часто использовали не так, как следовало. Единственное истинное назначение голоса — славить богов. На пути голоса истинного мастерства можно добиться, лишь достигнув гармонии духа и тела. Мы пытаемся достичь этой гармонии, созерцая небо, царство Кинарет, и практикуясь в использовании голоса. Это похвально. Но помни, кровь дракона — дар Акатоша. От такого дара не отказываются. Твоя судьба заставит тебя использовать голос. Зачем бы иначе Акатошу давать тебе эту силу? Если ты будешь использовать свой голос во имя служения Акатошу, то не сойдешь с пути. Дыхание и сосредоточенность. Thank you.
Боги, неужто правда? На Вайтран напал дракон. Как нам, обычным людям, справиться с таким созданием? Эй, ты! Это тебя прозывают Довокин? Тогда слишком поздно. Ложь уже пустила корни в сердцах людей. Мы покажем им эту ложь. Мы вырвем твое лживое сердце. Когда объявится лорд Мирак, все присягнут ему. Никто не смеет ему противостоять. Ладно, что мне понести? Ладно, что мне понести? Тогда пойдем. Я опять его видела, этот призрак, там, за курганами. Это злой дух, Линли. Я тебе говорил держаться оттуда подальше. Прости, мне было интересно. Я не верила рассказам. Никогда больше туда не пойду. Да уж, не стоит. Я поклялся оберегать тебя, и я свое слово сдержу. У нас тут проходит немного народу, кроме, конечно, тех, что идут на высокий Хродгард.
Эти медведи так раздражают Тембу. Надеюсь, ты сможешь с ними что-нибудь сделать. Привет, друг мой. Чем я могу тебе помочь в этот прекрасный день? Много лет назад мой отец преподал мне важный урок. Он сказал: «Гвелин, перед тобой лежит весь мир. Иди и исследуй его. Будь тем, кем хочешь быть». Я последовал его совету, и вот он я. Может, тебе такая жизнь покажется не бог весть чем, но я доволен. А разве это не главное? Хорошего тебе дня. Хуже места для лицопилки должно быть во всем Скайриме, нет? Как мне вообще что-то делать, когда кругом полно медведей? Ты смеешься? Эти клятые твари меня скоро по миру пустят. Знаешь что? Принеси мне десяток их шкур из любого места в Скайриме. Я с радостью заплачу тебе за сокращение поголовья. А ты не знаешь, что медведи с деревьями делают? Встают на задние лапы и дерут дерево. Вроде как территорию помечают. Скоро мне придется по всему Скайриму искать целые деревья нужного размера. Куча времени и денег уходит. Мое дело разваливается, мой ученик меня не слушает, а теперь еще начались разговоры о драконах. Если бы я не вложила все свои деньги до последней монеты в эту лесопилку, я бы давно собралась и уехала из Айверстеда. Выдай этим медведям по первое число. Ладно, что мне принести? Тогда пойду. Смотри-ка, пещера. Кто знает, что там внутри?
это нравится все меньше и меньше. Берегись волков, если отправишься на высоких ротгар. Я рад видеть тебя снова. Тебе удалось отнести посылку? Тут еще подъемчик, да? В общем, я очень признателен. Вот тебе в награду за труды. Еще раз спасибо за работу. Рейда, не могу тебя найти. Почему ты прячешься? Прячешься. Не расстраивай меня. О, спасибо. Да благословят боги твое доброе сердце. Тут Рейда была и пропала. Пошла собирать травы и не вернулась. Совсем. Все пошли ее искать, да только не нашли. Вильгельм сказал, она вернется. Арфи говорит, не волнуйся. Рейда обязательно вернется. С папой я попрощался. С мамой попрощался. Рейда ушла, а Нарфи не может попрощаться. Нарфи очень, очень грустно. Нарфи хочет попрощаться с Рейдой. Рейда! Рейда! Добро пожаловать в таверну Вайлмир. Если тебе... У нас тут проходит немного народу, кроме конь... Он безобидный. Он такой с тех пор, как пропала его сестра Рейда. Уже больше года назад это было. Живет один, на семейной ферме на той стороне реки. Ну, на том, что от фермы осталось. Я так сказал, просто чтобы он не убивался. Наверняка она мертва.
Рейда обычно собирала травы на маленьком островке на реке к востоку отсюда. Как-то она ушла и пропала. Я пытался ее искать, но она так и не нашлась. Я там видел вход в пещеру или что-то вроде того. У нас ее называют Зал Гейрмунда. Вот уж не знаю почему. Я бы на твоем месте туда не совался. С Рейдой явно ничего хорошего не случилось. Давай утолим твой голод. Гани, держи ухо востро, а то они тебя достанут. Берегись волков, если отправишься на высокий. Добро пожаловать в таверну Вайлмир. Если тебе что не... У нас тут проходит немного народу, кроме, конечно, тех, что идут на высокий Хродгар. Рейда, Рейда, теперь ты живешь среди облаков, дорогая Рейда. Рейда, как там Рейда? Она знает, что Нарфи без нее плачет. Она знает, что Нарфи с ней не попрощался, как с мамой и папой. Но нет, 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 нет. Нарфи не смог попрощаться. А теперь Нарфи совсем одинокий. Ну, хоть теперь у Нарфи есть ожерелье Рейды. Нарфи не забудет свою сестру. Спасибо тебе, что у Нарфи теперь это есть. Добро пожаловать в таверну Вайлмир. Если тебе что-нибудь... У нас тут проходит немного народу, кроме, конечно, тех, что идут на высокий Хродгар. Смотри на эти руины. Удивительно.
Уходи отсюда. Уходи. Уходи. Уходи.
Добро пожаловать в таверну Вайлмир. Если тебе что... У нас тут проходит немного народу, кроме, конечно, тех, что... Ну-ка, покажи. Не верю. Не верю. Этот Венделиус, значит, все выдумал? А мы попались, как дураки. Ну, по меньшей мере, я могу отблагодарить тебя за заботу о нем. Если ты не примешь плату, то прими подарок. Будешь проходить мимо? Заходи пропустить стаканчик.